В Москве сразу несколько человек попали в больницу. Они отравились шаурмой. Все они купили фастфуд в одной палатке. Теперь им предстоит длительное лечение от сальмонеллеза. Фаршированными лепешками сейчас торгуют чуть ли не на каждом углу. А вот как и из чего их готовят, никто особенно не задумывается. На что стоит обратить внимание, чтобы потом не было мучительно больно, расскажет Дмитрий Блинников. В прошлом году этот киоск шаурмой уже требовали закрыть. На ролике, который снял покупатель, продавец режет мясо грязными руками. Павильон продолжал работать, пока шаурмой не отравились 6 человек. Высокая температура, рвота, все оказались в инфекционном отделении. У всех заболевших выделен единый возбудитель, это сальмонелла. Сейчас устанавливается непосредственно, кто владелец. Он начал деятельность без уведомления о своей деятельности. Киоск закрыли, но те, что по соседству, по-прежнему работают. А курица в лаваше остается самым популярным столичным фастфудом и очень опасным. Есть документы? Вообще нет ничего. Вы закончились, надо продлить. Рейд по столичным павильонам и почти в каждом нарушение. У продавца с красноречивой надписью на футболке не оказалось разрешения на работу. Вот ты забил нас. Нет, хорошую шурму, никто не спорит. Где документы у тебя на товар? Не знал продавец, что нужно носить фартук, а волосы прятать под колпак. Здесь тоже готовят без перчаток. Медицинская книжка есть? Медицинские мы уже дали, просто так на рынок выходить. Не, мы дали уже. Но она есть с собой? Ну, сейчас рядом нету. В этих грязных ведрах хранили помидоры, майонез и соленья прямо на солнце. И, похоже, давно прокисли. Нельзя хранить на открытом пространстве, правильно? Ложка никогда не должна находиться в чашке. Скажите, это все должно храниться в холодильнике. Чем пахнет эта курица, понять невозможно, но люди покупают. У нас нету времени, чтобы сесть нормально, пообедать, позавтракать, поужинать. И, конечно же, здесь, когда люди бегут из метро, они хватают, они не понимают, что они вообще употребляют. Евгений Калашников после того, как сам отравился, открыл интернет-сайт. Теперь обходит киоски, пробует шаурму и выкладывает видео. Делится впечатлениями. Мясо иногда бывает очень пересоленным. Тогда это явный признак того, что оно уже очень долго лежит. Овощи тоже могут быть либо свежие, не свежие. Это тоже очень чувствуется в тот момент, когда, ну, собственно, кусаешь, ешь их, жуешь. Они чувствуются прям вот уже, ну, стояли где-то вот уже какое-то время. Евгений утверждает, что качественную шаурму в столице можно купить всего в нескольких местах. Чтобы избежать отравления, советует всегда принюхиваться и приглядываться. При возникновении подозрений просто не есть. А еще лучше перекусывать дома. Дмитрий Блинников, Валерий Куприй, Станислав Халитов и Полина Шевченко. Вести.